В Ноябрьске стартовал чемпионат и первенство округа по пожарно-прикладному спорту. Открытие и первые состязания прошли в спортивном комплексе «Прометей» на территории 5-й пожарной части. В соревнованиях принимают участие команды Уренгойского, Ноябрьского, Надымского, Муравленковского, Пуровского и Губкинского гарнизонов пожарной охраны. В каждой команде по 15 человек. И что интересно, это и действующие сотрудники, и подростки, которые занимаются в секциях по пожарно-прикладному спорту. Кстати, самый юный участник приехал из Губкинского. Это Ростислав Кудинов, которому всего 5 лет. По итогам первого дня соревнований, а сегодня выясняли, кто лучше поднимается по штурмовой лестнице, на первом месте команда из Надыма. Наши спортсмены пока на третьем. Но еще раз отмечу, это только предварительные итоги, и уже завтра, после преодоления 100-метровой полосы препятствий, места могут распределиться совсем